Между тем же на Аркинском районе Карагандинской области на 605-м километре автодороги Кызылорда-Павлодар опрокинулся пассажирский автобус «Мерседес», съехав в кювет. В автобусе находились 47 пассажиров, сообщили в областном ДЧС. Как сказали в региональном ведомстве, силами спасателей МЧС совместно с сотрудниками УДП все пассажиры автобуса отправлены на попутном транспорте в ближайший населенный пункт, поселок Жайрем. Пострадавших нет. К ликвидации происшествия привлечены работники рудника «Западный Камыс», а также компания «Орлан-100». Для работ по подъему автобуса. Силами отдела ДЧС Карагандинской области, такие Джизганской, КИН, ВАСКИН, 5 человек и 1 единица техники, была оказана помощь и сотрудниками управления дорожной полиции. Пассажиры автобуса отправлены на попутном транспорте и на вахтовке поселка Жайрем.